Видео снимается специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Я хочу записать свой отзыв о двухкамерном однокомпрессорном холодильнике Hot Pointer Eston, модель HF5200S. Общий объем холодильника 324 литра. Холодильная камера его 249 литров, морозильная 75. У холодильника есть нижнее расположение морозильной камеры, что является очень большим плюсом. Это удобно. Есть система No Frost, где вы сможете складывать свои фрукты и овощи, и, соответственно, они будут у вас дольше храниться, не пропадать. Есть автоматическая разморозка обоих камер, то есть вам не нужно будет отшкрябывать льдины, периодически размораживать, все вытаскивать из него, искать, куда все это дело спрятать. Здесь все идет автоматически, то есть само по себе. Высокая энергоактивность у холодильника, то есть он не мотает у нас много света. После отключения от сети он держит холод в течение 13 часов. То есть, вдруг, не дай бог, какой-то форс-мажор, вы можете не переживать, что у вас там все пропадет, растает и так далее. Естественно, нужно меньше стараться открывать дверцы холодильника. Также есть здесь, помимо ящичка, где мы храним фрукты и овощи, для лучшего их дольше свежести. Есть три полки, то есть мы можем складывать продукты непосредственно на сам ящик, на стеклянный, вверх от него. И есть три полки. Верхнюю полку можно установить таким образом, что помещаются и банки, в том числе трехлитровые, и то есть все более меньшего размера. При долгом открытии холодильник начинает мигать светом. То есть это индикатор нам говорит о том, что мы могли либо закрыть, забыть его, либо пора прикрыть немножечко, чтобы не выходил холод. Здесь есть подставка под бутылки, специально, чтобы лучше держалась. Подставка под яйца. Две полки небольших и два кейса с крышками. В морозилке у нас находится три ящика. Также в морозильной камере есть вот такой специальный для льда наборчик. Здесь две подставки под лед. Очень компактно можно сложить одну в другую. И прицепить к задней стенке от любого из ящиков. То есть очень удобно, много места не занимает. Остальным всем вы можете забить холодильник. Ящики вытаскиваются на себя, то есть они полностью, их можно вытащить, не открываются никакие дверцы. В целом холодильником данным мы пользуемся 3 с лишним года. За это время не было никаких нареканий. Есть, естественно, потертости. Но это все появляется в ходе эксплуатации. Есть также электронный тип управления этого холодильника. То есть температура холодильной камеры мы выставляем кнопкой. На данный момент у нас стоит в холодильнике 5 градусов. Нас это устраивает. Благодаря этому большая точность заморозки, необходимые нам, мы можем регулировать. Двери можно перевесить вместе с ручками непосредственно. Есть разъем с другой стороны. То есть, чтобы у нас дверца холодильника и морозилки открывалась непосредственно либо налево, либо направо. То есть вы можете подстроить под свою кухню. В целом холодильником мы очень довольны. Цвет серый, что не очень видно на нем всякие пятна. А
опять же, со временем вот у нас есть немножко затертость, но это момент эксплуатации. Покупая холодильник, мы знаем, что он не будет служить нам вечно. В целом, холодильником довольны, к покупке рекомендуем. Ссылка на данный холодильник будет в описании. Если видео было вам полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока-пока!